Ассаламу алейкум, агаим. В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Караганда приняла участников самой протяженной эстафеты в мире – всемирный бег гармонии. Скандал вокруг комплексного тестирования абитуриентов. В Темиртау пенсионер жестоко расправился со своей дочерью и зятем. Распоряжением акима Карагандинской области Бергаза Кусаинова начальником управления сельского хозяйства региона назначен Абдулла Турибеков. Абдулла Турибекович до нового назначения являлся заместителем начальника управления сельского хозяйства Карагандинской области. Абдулле Турибекову 62 года. В 1971 году окончил Омский государственный ветеринарный институт по квалификации ветеринарный врач. Более 40 лет проработал в сфере сельского хозяйства Карагандинской области. Почти 15 лет проработал в молодежном районе главным ветврачом совхоза Родниковский. Следом занимал должность заместителя начальника райсельхозобъединения. После работал первым заместителем председателя агропромобъединения этого же района. С 1997 по 2006 год был акимом Осакаровского района. Знает сельскохозяйственное производство и сделает все зависящее от него, чтобы мы могли достойно представлять сельское хозяйство на территории республики. Мы знаем о том, что Карагандинская область, это прежде всего осталась как промышленный регион, но думаю, что 21,7% населения, проживающих на сельской территории, могут обеспечить не только наши города, ну и в целом соединиться вот к тому полюсу, который мы говорим вокруг столицы, обеспечить все необходимые сельскохозяйственные продукции. На это должна быть направлена вся деятельность управления сельского хозяйства, всех, кто занимается. Государственное учреждение управления сельского хозяйства Карагандинской области на сегодняшний день является исполнительным органом государственного управления, уполномоченным на выполнение функций государственного управления в сфере агропромышленного комплекса Карагандинской области. Управление вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени. Уже глава региона поставил ряд задач перед новым начальником управления сельского хозяйства, которые должны решиться в ближайшее время. Мирамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Караганда приняла участников самой протяженной эстафеты в мире – всемирный бег гармонии. Несколько десятков участников из разных стран мира, в том числе Кыргызстана, Монголии и США, пробежали с факелом по центральным улицам шахтерской столицы. К всемирному забегу присоединились и карагандинцы. В Казахстане маршрут эстафеты захватывает практически все регионы республики. Восточная ветка факельной эстафеты стартовала 1 июля в Бишкеке, и в субботу участники прибыли в Караганду. Здесь к марафонцам присоединились и простые карагандинцы. Стать частичкой поистине исторического события желали горожане всех возрастов. Среди них и 75-летняя пенсионерка Таисия Зайцева, ветеран спорта в отличной физической форме. Таисия Михайловна даже в свои годы не упускает возможности принять участие в масштабных мероприятиях и пробежать километр-другой. Участвовать в массовых пробегах – это большое счастье, просто и общение, и это такой стимул к жизни. Я желаю всем как можно чаще участвовать, и массовости побольше, и получать от этого радость. Торжественный старт всемирного бега гармонии традиционно состоялся у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 12 апреля. Почти за 3 месяца участники эстафеты преодолели более 70 тысяч километров, в том числе свыше 5 тысяч по территории Казахстана. В Караганде маршрут прошел от Нового Ледового дворца на юго-востоке по проспекту Бухаржирау и до дворца спорта Нуркена Абдирова. В этом году эстафета отмечает свое 25-летие. Всемирный бег гармонии – это самая протяженная эстафета в истории человечества. Раз в 2 года она проходит на 5 континентах. Основная команда состоит из волонтеров, профессиональных спортсменов и просто любителей. Одна из участниц факельной эстафеты, прибывшая в Караганду, американка словакского происхождения Канинника Янакова. В Казахстане она впервые. Для гостей шахтерской столицы всемирный бег гармонии – отличная возможность не только проверить свои силы, но и посмотреть на мир. Это первый раз, когда я участвую в команде в этом пробеге в международной факельной эстафете. Такие пробеги очень важны проводить в Казахстане, потому что люди могут почувствовать единство, и единство – это очень важное качество в нашей жизни.
В разное время всемирный бег гармонии поддержали известные люди планеты. Мать Тереза, Далай-Лама, принцесса Диана, Пол Маккартни, Роза Рымбаева, Ирмахан Ибраимов и многие другие. В Казахстане эстафета посвящается 20-летнему юбилею вступления Казахстана в ООН. Нужно отметить, нашей стране выпала честь завершить всемирный бег гармонии Евразийского континента. Международная эстафета торжественно финиширует в Астане 25 июля. Ирина Камышова, Карат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Скандал вокруг комплексного тестирования абитуриентов. Тысячи студентов карагандинских колледжей недовольны итогами экзамена. Более 80% не набрали проходного балла. Напомним, что решение Министерства образования с этого года тестирование проходят не только выпускники средних школ, но и абитуриенты из колледжей. Если школьники готовились к выпускным экзаменам весь последний год, то студенты колледжа узнали о скорейшем тестировании лишь за 2 месяца. Раньше успешных выпускников колледжей, открытых при вузах, принимали сразу на 2-й и 3-й курс университета. С апреля этого года такой порядок отменен. И теперь, чтобы поступить в высшее учебное заведение, учащиеся обязаны пройти комплексное тестирование наравне с выпускниками школ. Тестирование завершилось, однако результаты оказались более чем печальными. Около 80% учащихся колледжей не набрали проходного балла, а значит, попросту не поступили. Такой расклад родителей выпускников колледжей не устраивает. Все в один голос твердят, что при поступлении в колледж они подписывали договор, в котором не было ни слова о комплексном тестировании. И вообще, как за 2,5 месяца можно подготовиться к тому, чему готовятся 2 года? Во-первых, учащиеся, которые сдают после 11 класса, у них есть подготовка на 2 года. То есть это с 9 класса по 11. 2 года – это приличный срок. А у нас всего лишь 2 месяца. Плюс мы проходили НОК, сдавали, аттестация колледжа была, плюс экзамены, еще отчеты по практике. Мы все это просто не успевали. Даже вот так по времени это никак. Плюс еще учеба. Согласитесь, не каждый может это осилить. Кто не набрал, теряют год. На следующий год, если они опять не сдадут, потеряют 2 года. И нам вот так ходить до пенсии, согласитесь, это тоже не дело. К тому же не на все вопросы возможно правильно ответить, даже зная предварительно ответ. Некорректные вопросы. Думается, о них абитуриенты еще много лет будут говорить по окончанию тестирования. Присутствовали вот в предмете география некорректные вопросы. Там один был, например, в Казахстане, какие были первые месторождения. Месторождения чего? Угля, там, нефти, железной руды, какой руды, вообще непонятно было, не сказано. И там именно города Новый Узен, ну, Жанаузен, и там 5 вот таких вариантов. И пришлось наугад, потому что некорректный вопрос задан. Сейчас большая часть абитуриентов подали на апелляцию, чтобы отвоевать недостающие баллы. Даст ли это результат, пока неизвестно. Между тем, негодующие родители и учащиеся уже написали заявление на имя министра науки и образования Бакыджана Жумагулова, премьер-министра Карима Масимова, и до президента дойдут, говорят возмущенные родители. Когда мы поступали в этот колледж, они обещали, что там автоматом там переходит на это, там договор так подписывают. А что в министерстве там придумали, там, когда весной вот это там... Новый закон они там, не предупредив народ. Вчера вот 80% там эти кота они прошли. И родители все возмущаются. Мы сегодня вот написали письмо, сейчас через интернет отправили вот, министерство вот это науки и образования и этот премьер-министру, ну и обращаемся и президенту. В своем письме высшим органам родители выпускников требуют снизить проходной балл с 50 до 30 или вовсе отменить решение Министерства науки и образования о комплексном тестировании. Сейчас уже собрано около 500 подписей от недовольных родителей. Мы будем бороться и будем добиваться за своих детей, чтобы порог этого баллов там снизили до 30%, до 30 баллов там. Ирина Камышова, Карат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В Караганде 2 мошенницы обокрали 80-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. 20 июля около 18.00 часов в полицию обратилась 80-летняя жительница города Караганды. По улице Алиханова две неизвестные женщины в возрасте 35-40 лет путем обмана и злоупотреблением доверия завладели деньгами $500 США, 100 тысяч российских рублей, 120 тысяч тенге, передает закон.кз со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Вместе с тем сотрудники полиции предупреждают граждан, будьте бдительны, не подавайтесь на уловки мошенников.
Мы продолжаем наш выпуск. В Темиртау пенсионер жестоко расправился со своей дочерью и зятем. Трагедия произошла вчера около 19:30 часов вечера, сообщает пресс-службе ДВД Карагандинской области. Продолжит наш корреспондент. В своей квартире по улице Джаурского с множественными проникающими ножевыми ранениями грудной клетки обнаружены трупы 56-летних супругов. Оба являются безработными. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками батальона патрульной полиции УВД города Темиртау был задержан 72-летний пенсионер, отец убитой женщины. Как отмечается в сообщении, пожилой мужчина признался, что в тот вечер выпил. Услышав замечание дочери и зятя, он схватился за нож. Остановился лишь тогда, когда потерпевшие перестали подавать признаки жизни. С места происшествия изъят кухонный нож. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Сотрудниками полиции проводится расследование. Это возле дома или возле гаражей делают? С 23 по 31 июля во всех учебных заведениях Казахстана проходит прием заявлений на присуждение государственных образовательных грантов. Своих абитуриентов ждет ведущий вуз страны Карагандинский государственный университет имени Букетова. Сегодня они рассказали о своей приемной кампании. Казахстанские вузы открыли свои двери для будущих студентов. С 23 по 31 июля проходит прием документов на получение государственного образовательного гранта. Прием заявлений от абитуриентов начал и Карагандинский государственный университет имени Букетова, который по праву называют главным вузом области. 15 сильнейших факультетов готовят специалистов по 78 специальностям бакалавриата и 49 магистратуры. Среди них специальности экономические специальности, специальности физического и химического направления прошли международную аккредитацию. Это вот показывает, показывает высокий уровень наших специальностей, нашего вуза. К сожалению, с каждым годом образование дорожает, и для многих оно становится не по карману. Но для талантливых и умных выпускников государство старается оказать помощь. Ежегодно выделяются образовательные гранты. В этом году Министерство образования и науки выделило около 35 тысяч грантов. Для участия в конкурсе студенты должны набрать не менее 50, абитуриенты должны набрать не менее 50 баллов по итогам комплексного тестирования или по итогам единого национального тестирования в этом году. То есть пороговый балл 50 баллов. Преимущество при получении гранта имеют обладатели знака «Алтын-Бельгы», призеры республиканских международных олимпиад. Квоты и льготы могут получить студенты из сельской местности, из малообеспеченных семей, сироты и инвалиды. Нужно отметить, количество абитуриентов, подавших заявок на обучение в КарГУ, уже более 2000. К концу недели их количество возрастет в 3 раза. Самыми востребованными являются педагогические специальности. На втором месте по популярности среди абитуриентов – юридические и экономические специальности. Остались верными принципам классического университета. Это подтверждается многочисленными отзывами, многочисленными подтверждаются вот конкурентоспособностью наших выпускников. То есть всегда у нас много, очень много заявок на подготовку специалистов. Ну вот это все указывает на достаточно высокий уровень нашего вуза. В этом году Карагандинский государственный университет был признан 3-м университетом Казахстана в генеральном рейтинге лучших вузов страны. И для выпускников, желающих обучаться в одном из престижных альма-матер Казахстана, нужно поспешить подать заявление в приемную комиссию КарГУ, которая работает с понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. Ирина Камышова, Боржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. С 24 по 27 июля в нашем городе в аптеке номер 70 начинает работу выставка физиотерапевтических приборов Елатомского приборного завода из серии «Домашний доктор». На выставке побывал и наш корреспондент. Эти приборы можно использовать дома для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы, лор-болезни, геморроя, простатита, травм, ожогов и многих других заболеваний. Самые популярные аппараты – Алмак и Мавит. Они воздействуют с помощью импульсного магнитного поля, за счет которого снимаются отеки, воспаления и боли. Аппарат Алмак 01 предназначен для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы. Аппарат очень просто удобен в применении, не имеет аналогов. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Другой популярный прибор – Мавит, предназначен для лечения хронического простатита.
Аппарат МАВИ предназначен для профилактики и лечения заболеваний мужской мочеполовой сферы, таких как простатовезикулит, хронический простатит, уретропростатит. Аппарат очень прост и удобен в применении, не имеет мировых аналогов. В отличие от Алмага, МАВИД – прибор узкого спектра действия, применяется только для лечения хронического простатита, в том числе на фоне аденомы первой и второй степени. Примечательно, что все приборы продаются по заводским ценам. Выставка продлится с 24 по 27 июля. Расположена она в аптеке номер 70 по проспекту Бухаржирао, дом 34. Получить интересующую информацию можно по телефону 42 34 43. 12 лет назад в нашей республике зародилась идея проводить спартакиаду среди ветеранов спорта. С каждым годом состав участников увеличивается, а тяга к спорту у ветеранов не проходит. Есть ли еще порох в пороховницах, узнавала наша съемочная группа. Третья спартакиада ветеранов спорта – мероприятие достаточно обширное и праздничное. Церемония, проходившая в эти выходные, собрала 1020 участников, представляющих 13 видов спорта. Все 14 областей плюс сборные Астаны и Алматы посетили мероприятие в нашем городе. Смотря на счастливые лица этих людей, с первого взгляда и не скажешь, что они ветераны. Спортивный азарт в них до сих пор не угас. Раньше мы думаем, что ветераны высшего спорта все уже прекращают. Нет, наши ветераны активны сейчас, везде сейчас участвуют. И тем более сейчас программа нашего президента посланием оздоровления нации, это на первом месте стоит. Наши ветераны поддерживают нашего президента. Среди ветеранов самым популярным видом спорта является волейбол. Около 160 участников, мужчин и женщин, будут соревноваться по обе стороны сетки. В данный момент организаторы хотят, чтобы представители всех областей охватывали как можно больше видов спорта. На вопрос, что же помогает ветеранам до сих пор одерживать победы, они отвечают просто. Я думаю, наш большой опыт, а также они всегда в форме, я думаю. Александр Крылов, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Телефон нашей редакции остается прежним 420649. Оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Салбон здар.